Hey! Привет, мой дорогой друг! Время позалипать в ютубчик, тем более, что у нас подъехала новая часть по Fallout New Vegas. Bad Boy is a game! И мы с вами продолжаем проходить DLC, мертвые деньги, Dead Money. И нам осталось спасти третью напарницу, точнее уговорить, наверное, третью напарницу. Так, а куда-то этот балбес сюда убежал? А мы не отсюда, да, вроде пришли? Кинкок, давай двигай за мной. Где бы ты там ни был. Стой. Да не скули ты так. А мы, да, все верно, мы шли здесь. Шли здесь, этого мы здесь развалили. Тот не нравится. Хочет назад. Блин, я чуть штаны, блин, не надел. Так, а что у меня из оружия? Оружие. Нож, копье, медвежий кулак. У меня есть медвежий кулак. Все, мы... Понятно, они вообще одинаковые. Давай, хилимся, живем. Это... Так, а я разве не ставил их? Так, а это на троечку, все. Так, нам нужно полностью туда выйти, как я понимаю. Я хозяин. Он ушел. Я твой хозяин. А чё вас так много? Давай, Хэнкок, блин. Так, нож, копье, питательный нет. Вот это ты ему бошку оторвал. Это ты ему бошку оторвал, нормас. Так, и... Чё нам, куда идти? Сюда? Нет, явно не сюда. Да, нам сюда куда-то идти. Это что там сейчас? Это... А, это тараканы. Пофиг на тараканов. Смотри, урчит. А это еще откуда взялось? Док? Это чтобы ты свое имя не забыл? Я тебя не помню. Кто ты? Ты мне это говоришь? Ты у меня это спрашиваешь? О, но я пришел. Больница. Динамики на вилле пострадали от времени. Как и сама мадра. Довоенное барахло. Динамики подают сигнал, от которого твой ошейник взорвется, если слишком задержишься. Есть динамики поврежденные, есть защищенные. Поврежденные можно уничтожить, например, выстрелом. Только близко не подходи. Их нельзя выключить, как радио. Ага. Типа вот так вырубить, да? Не хочу, чтобы голос вернулся. Злой, плохой. Еда! Какая еда, блин? У меня есть способность чудовища теперь. А, я получаю урон, когда его убиваю. Блин, это очень странно. Так, я тут подбирал маленько стимуляторов. Давай захилимся. Так, а куда мне идти? Я могу посмотреть. Так, давай, не можешь не скулить?
Блин, не могу понять, мне что, наверх? Так, тут можно куда-то пройти? Нет, надо какой-то альтернативный, значит, вход искать. Так, здесь тупик. Здесь тупик. Здесь тупик. Тут, значит, единственный вход где-то сюда. Куда-то сюда идти. А, я вижу, куда идти. Так, так, так. Бум. Блин, где он? Вон он. Так. Нет, наверх нам не варик. Но вариантов больше нет. Следи за сигналами передатчиков. И берегись голограмм охранников. Они опасны. Стрелять в них не пытайся. Нет смысла. Так, ну мне... То есть мы как бы правильно зашли. Нет. Мне не сюда. Я хозяин. Он ушел. Так будет вести. Код торгового стимулятор. О! Слушайте, я. Так, а я. Мне надо это сначала как-то. А, нет, это просто. Можно было не читать. Короче, я теперь могу в торговых аппаратах покупать. Тунте, да, охранники? Че, разлагаешься? Блин, я бы сохранился, потому что не хочу умирать так быстро. Мы только начали. Блин, если этот охранник идет сюда, это потеря потерь. Так долго ходился на западе. Для Лу. Не, все. Не хочу, чтобы голос вернулся. Так, мне сюда куда-то, да? Ой, плохой. Ну, как получается, что куда-то сюда. В смысле? Блин, я... Кто это стучит? Это крик на дога. Крик, когда дог голодный, не может прекратить. Докторский саквояж. Забираем. Мне кажется, мы в какую-то психушку попали. Потому что... Блин, балбес, ты старый, блин, нас из-за тебя спалили. Так, прием пациентов, это точно не то. Терминал. Отличненько. Так, и что у нас тут? Серьезно, блин, я думал, тут что-то интересное есть. Прием пациентов, я думал, тут отключить этих роботов, охранников. Блин, нас из-за тебя спалили? А, нет, ему похер вообще. А код ментаны. Ну это тоже фигня. Но вот то, что стимуляторы подбирать, это, конечно, очень хорошо. Стимуляторы это очень хорошо. Так, чипсы, понятно. Плитка. А, загрузить. Так, КД автоматов, это что за фигня? Загрузить код MedX. А, я теперь еще MedX узнал. Докторский саквояж. Фишка. Что-то плохое сожрал. На вкус как. Да блин, провода. Ты заткнешься, нет? Ты меня начинаешь бесить. Так, что-то есть тут еще интересное? Нет, это а терминал? А, мы терминал смотрели, все. Это что за... О, отключить эмиттер. Я отключил охранника, кстати. Так что пользуйтесь.
Так, ну погнали дальше. Тут что-то есть? Да кто там все стучит? Ну, я себе наберу, блин, стимуляторов. Потому что с ними проблема явно. Так, тут пусто-пусто. Так, а что нам вниз получается? Это, блин, что за нахрен? Так, тут утечка газа, костюмы химзащиты. Заколка, кстати, заколку заберем. Нифига себе, так. Люди без головы. Не надо было приходить. Дог проголодался. Костюм киллера. Всегда крик на дога. И нож. Так, костюмы. Здесь у меня ремонт плюс 5, а здесь скрытность плюс 10. Конечно, я плюс 10 скрытности возьму. Крик, когда дог голодный, не может. Тем более, мы теперь... Всегда выглядим поинтереснее. Оп. Забыл на... О! А я что, я не увидел? Стимулятор заберем, очищенную воду тоже заберем. Так, и я бы еще хотел поменять оружие. Теперь у меня... Хотя какая разница, какое ближнее. Так, тут у нас что? Ну, это мы смотрели, это фигня. В смысле? Я отсюда... Я, блин, отсюда пришел. Черт, блин. Ой, случайно. Красный свет означает, что они экранированы. Наверняка их можно отключить где-нибудь в другом месте. Так, а кто экранирован? Вот эти красные штуки? А, это у меня... Да, мой ошейник начинает пищать. А, мы я здесь... Да, я сюда заглядывал. Он говорит, что возможно где-то отключить. Ты заткнешься, нет? Где-то отключить можно. А где? Так. Предлагаю сохраниться. Так, вот этот терминал. Что у нас? Истощение сил. Нет. Так, здесь. Тот не нравится. Хочет назад, обратно на базу. Или в церковь. Скучает так. По церкви. Блин. Там тоже нифига. Там тоже нифига. Так, и что делать? Ну я типа не уничтожил. Будешь вести себя хорошо. У меня есть еще что-то из оружия? Нет. А, я взорвался. Блин, ну я. Так. Я там и не понял, куда мне там дальше бежать. Так, ну... Методом тыка. Крик, когда дом голодный, не может прекратить. Всегда так, надо здесь больше. Тоже ничего нет. Так, нам вообще туда?
А так нам вообще не туда. Зачем я туда иду? Мне куда-то вообще сюда. А, слушайте, тут еще ниже можно. Подвал. Не, ну если бы нам в подвал было бы, он... Да, он бы меня отвел в подвал. Какой голодный. Оп-оп-оп. Так, это я уже перешел. Доку не нравится тут. Воздух пахнет горелым и кровью. Не понимаю, куда нужно, блин, нахрен тут идти. Сорян. Так. Просмотр журнала техобслуживания. Голограмма, установка и обслуживание. Так, техническое обслуживание. Нет, это точно не то. Так, журнал без... Новый режим патрулирования. Так, проверка. Нет, это... Проверка. Нет, это все не то. Блин, что, мне реально в эту пищащую комнату, что ли, нужно, или что? Хотя, нафиг мне туда нужно, всегда мне даже крик в ту сторону. Крик, когда дом голодный, не может прекратить. Всегда надо больше. Блин, может это она спряталась тут? Внутри урчит. Что-то какой-то проход есть, я его не вижу. Блин, ну это точно, значит, не первый этаж. Это точно не первый этаж. Тут коды для автоматов тоже не то. Блин, на третий этаж. Как мне на третий этаж попасть, окей. Блин. Так. А где эта пищащая комната? А, вот здесь пищащая комната. Нет. Тот мне нравится. Хочет назад, обратно на базу. Или в церковь. Скучает. Я что-то заблудился на самом деле. Я пока не понимаю, куда мне нужно идти. Так, ну мы здесь на первый этаж спустились. Блин, может все-таки подвал? Давай подвал попробуем. Может быть, просто этот радар тупит? Не, он мне показывает обратно, да, вернуться? Да. Так, а может быть, мы здесь что-то сможем... Найти, отключить, может быть, это что такое? Так, отключить основное питание. О! Хочет назад, обратно на базу. Теперь мне нужно найти... Скучает по церкви. Блин. Доку не нравится тут. Я понял. Воздух пахнет горелым и кровью. Это она где-то стучит в автодоках. Стопудово. Так, а где эти автодоки? Автодоки здесь. Нет. Блин, где автодоки? Так, автодоки. Автодоки здесь. Так, оставить автодок в покое.
Так, а где она стучит? Где хозяин? Он ушел? Так будет вести себя хорошо. Может, здесь? Здесь, в натуре. Привет. Так, женщина перед вами явно не по себе, она чувствует боль. Так, ты в порядке? Она смотрит на вас, вновь моргает, затем открывает рот, но не доносится ни звука. Она трогает свое горло, затем проводит по шраму под подбородком, и глаза ее расширяются в ужасе. Так. Послушай, я хочу тебе помочь. Она в смятении, она смотрит на автодок, пятится, открывает рот, но не может выдавить ни звука. Она вновь смотрит на вас, сжимая кулаки и недобро прищуривает глаза. Так. Это не то, что тебе кажется. Женщина вновь открывает рот, морщится, хмурит брови и медленно проводит себя по горлу. Сейчас она... Так, потом рука задевает ошейник, и выражение лица становится... Да куда ты так быстро перелистываешь, блин? Сощурившись, она приводит рукой по ошейнику, пока не находит... Так, этот ошейник с взрывчаткой, поведишь его, взлетишь на воздух. Прекрати, если не хочешь остаться без головы. У нее удивленный вид, потому что она замечает на вас ошейник и вопросительно обнимает брови. И нет бровей, блин, где у нее это... монобровь, что ли? Так, скажем так, мы в одной лодке... Она хмурится, пристально смотрит, затем медленно качает головой. Мы должны действовать заодно, если хотим выбраться отсюда. Она вновь качает головой и проводит в воздухе черту между вами. Послушай, вместе выбраться будет проще. Нет? Послушай, я не хочу тобой командовать, но мы повязаны друг с другом. Потом вновь на вас, она описывает рукой круг, прикрывая глаза ладонью. Она кивает, убирает руку от глаз, качает головой, затем медленно проводит между вами черту. Все, она вроде согласилась. Так, ты рассказываешь что-то еще, отлично, я помогу. Так, почему бы тебе не пойти со мной? Так, благодаря мне ты смогла выйти из автотока. Я также запросто могу отправить... Нет. Так, нет, ты ничего не разыскиваешь? Блин, ну что? Она кивает на вас, потом вопросительно указывает на дверь. Ладно. Так, встретимся у фонтана, потом двинемся дальше. Все, она согласилась. Блин. Окей. Так, Кристина становится, смотрит на динамик, затем на ваш ошейник и хмурится. Это сломанный динамик. Если мы слишком долго задержимся рядом, он взорвется. Она подскакивает по своему мышцу, затем очень быстро раскрывает и сжимает ладонь. Она указывает на ваш прибой, на свой ошейник, потом на ваш ошейник, через секунду раскрывает и сжимает ладонь уже медленней. Ты каким-то образом можешь воздействовать на динамик и частоту детонации? Она почти готова кинуть, затем замирает, указывает на себя и качает головой. Да, типа она может. Кристина указывает на ваш ошейник, потом на свой, затем на прибой, твой треугольник и делает... Да что она там делает, блин? Это срабатывает с любым другим мошенником? Нет. Это только твоя частота? Да. Но только между нами. Да. Все. Понятно. Какой голодный. А ты куда пошла? А, она здесь вышла. Ну, пойдемте тоже здесь. Видимо, здесь... Будь быстрее. Давай! Хот-дог, блин. Минус Халк. Ток почти наелся. Да, она куда-то прямо топнула. Блин, тут еще один. Халк, ну-ка, разберись. Что-то плохое сожрал. На вкус как паленые провода. Что-то я не помню, откуда мы пришли.
Вот отсюда. Да. Всё. Давай. Ура! Мы все вместе пришли. Что ты психуешь? В общем, ребята, мы пришли все вместе с нашей командой, с этим Халком безбашенным, с Гулем и с какой-то немой девчулечкой. Что будет дальше, мы узнаем только в следующей серии. Спасибо большое за просмотр. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор. И увидимся на следующих видео. Пока-пока.